Всех приветствую на канале Блабуст, с вами снова я. Это очередная серия прохождения игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Всем желаю хорошего настроения и приятного просмотра. Ну что, поехали. Выполним сейчас, начнем выполнять квест «Последнее приготовление», который называется. Для начала поговорим, наверное, с Трис. И в этой серии поможем Цири закончить дела в Новиграде. Так, ну что, заглянем в эту дверь. Привет, Трис. Ты рехнулся? Вы одни отправились на Имлериха? На шабаш? Как ты мог так рисковать, Цири? Не преувеличивай, мы живы, здоровы, чего не скажешь об Имлерихе. Вот единственное, что меня радует. Но это не оправдание. Ты представляешь, что могло случиться? Но не случилось. Я был там и контролировал ситуацию. Давай сменим тему. В пригородах мы видели, как жгут нелюди. С каждым днем становится все хуже. В городе не осталось чародеев. Так что охотники нашли себе нового врага. Надо как можно скорее завершать все дела и уезжать отсюда. Как дела у ложи? Кто-нибудь из магичек будет нам помогать? Все не слишком здорово. Ида отказалась. Франциска ни за какие сокровища не покинет своего владеницы, пока вокруг война. Мы не знаем, что с Фрингирией. Связаться с ней не удалось. На Кейру, наверное, рассчитывать не стоит. Надеюсь, мы доберемся до Филиппа и Риты, пока не поздно. Ты знаешь, что с ними? Йеннифер должна была узнать, где Рита. А я искала Филиппу. А Йена раскопала что-нибудь? Лучше ее спроси. Я была слишком занята делом Филиппы. И? Узнала что-нибудь? Несколько интересных вещей. Тебе короткую версию или длинную? Рассказывай все в подробностях. После побега из Лок-Муини она попала сюда, в Новиград. Попросила помощи бывшего любовника, чародея Артура де Влеестера. Филиппа и бывший любовник. Чувствую, эта история не кончится словами, и жили они долго и счастливо. Когда-то Филиппа выставила его на посмешище, и Артур решил отомстить. Убедил ее, что люди родовито будут искать чародеек, и что в облике совы она будет в безопасности, а потом надел ей на ногу кольцо из Двимирида. Вскоре начались преследования чародеев. Артура казнили, и его имущество выставили на торги. Так случилось, что на торги заглянул наш знакомый краснолюд. Золото. То есть Филиппа все это время была у нас под носом? Именно что была. Пару дней назад Золтан проиграл ее в карты. В этом весь Золтан. Появился здесь один человек. Ободрал Золтана как липку, а под конец предложил сыграть на сову. Конечно, он выиграл, после чего вежливо поблагодарил за игру и вышел. Кто это был? Известно, где он живет? Не местный. Никто его не знает. У нас есть какой-нибудь след? У нас есть это. Это ее перо? Думаешь провести дивинацию? Мы применим гидромантию и кое-какую ворожбу. Но для этого надо найти неприметный фонтан. Пожалуй, фонтан у пассифлоры подойдет. Хорошая мысль. В путь. Новиград, золотой город. И правда, тихое место. Тогда начнем. Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшие детали. Граеме Эдуи, Робиме Гелле Афальте. Граеме Эдуи, Дайгнис Карле Эс Пирхина Айтлете. Знакомое место. Бай. Дикстер. Она у него, в его бане. Я мог бы догадаться.
Это было прошлое или будущее? Прошлое, недалекое. Надо спешить. Идем в бане. Может, еще не поздно. Пойдем. Так, ну что ж, давайте побежим за Трис. Благо, бежать нам недалеко отсюда. Так как мы в верхнем городе находимся. Ну и послушаем, что там скажет Дикстра. Этот сукин сын везде сует свой нос. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну не знаю. Дикстра никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филиппа наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Если люди Дикстры снимут с нее двемерит, она убьет их прежде, чем они успеют сказать «Ох, сука!». Так, ну и почти, мы уже на месте. Давайте-ка заглянем сюда. Так, что это было? Должно быть, они недооценили Филиппа. Сдавайся! Это лабиринт! Ты никогда отсюда не выйдешь! Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет. Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Ну, что ж, придется драться с людьми, Дикстры. Ну давайте, нападайте, сладенькие. Давай. Сколько мне еще ждать? Повеселимся. Получай. Ох ты как блокирует-то. Ох, гаденыш. Смотри, как, какие ловкие они, а. Ну получай. Вот так вот. Минус один. Так, ну и добьем. Он сам помер от кровопотери. Так, ну и вот этого. Так, все готово. Продолжаем разговор. Так, а в это время Филиппа смылась, значит, да? Так, неужто нам придется в бассейн в этот нырять? Да, благо тут лестница. Ну, спускаемся снова в каналы. Надеялся я, что мы в них вообще больше не будем попадать. Не нравятся мне эти лабиринты. Ну и тут еще у нас люди Дикстра. Ну иди сюда, сладенькая. Так, блокируем. Ну и хлопс. Получаем. Иди сюда. Все. А она в это время, смотрите-ка, тролля нашего забалтывает, заколдовывает. Так, два варианта. Либо убить, либо заболтать его. Ну давайте заболтаем. Она и на него чары наложила. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Барт не пустит. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел. Когда Барт съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Барт не хочет. От утопца очень болит. Пропусти меня, и я ей помогу. Барт пустит. Ведьмак поможет. Ну что, молодец, пацанчик. Правильный выбор. Ну что, бежим дальше. Где это? Мадама. Так, ну мы уже близко, судя по компасу. Так. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь. Прости, но как-то не верится.
Ну что это за самодеятельность? Какого-то любителя против профи выпускать. Ну иди сюда, и тебя похлопаю. Получай, Вихрь. Ты даже мякнуть не успеешь. Ну и все. Так, ну иди сюда, сладенькая. Что это ты вдруг замолчал? Молнии пускает всякие там. Прекрати верещать. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь. Если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Мне жаль, но эта госпожа пойдет со мной. Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. А с Филь нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Ты ничего не будешь ей показывать, она мне нужна. Да срать я хотел. Я долго ждал этого момента. И прости, но твои планы интересуют меня, как махакамский снег. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию. Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Целила? Это может изменить ход войны. Если только ты не ошибаешься. Мне сказал об этом сам император, так что новости с первых рук. Эмгир — лживая бабла. Не в том случае, когда речь идет о будущем его дочери. Ты не представляешь, какая это важная новость. Смена правителя на императорском троне могла бы закончить войну. Вот Родовит обрадуется. Если Эмгир отступит, не останется никакой силы, способной остановить этого безумца. Особенно теперь, когда наш план не сработал. Ты правда думаешь, что у вас что-то выйдет? Родовит безумец, но не идиот. Он отлично знает, что есть множество людей, которые... Молчи. Я вас правильно понимаю? Вы хотите убить Родовида? Ну и ну, Сиги. Я поражена. Я-то думала, ты успокоился. К сожалению, как ты знаешь, Родовит заперся на своем корабле. Остерегут его так, что я не удивлюсь, если пара стражников для верности спит с ним в одной постели. Ты слишком много знаешь, Филь. И это еще один повод тебя убить. Вопрос убийства Филиппа мы уже обсудили, Дикстра, даже не думай об этом. Ситуация изменилась. Теперь она может нарушить мои планы. Ты правда думаешь, что я побегу предупреждать Родовида? Человека, который выколол мне глаза? Может, стоит выслушать Филиппу? Она, надо думать, тоже не в восторге от Родовида. Рада, что кто-то наконец додумался избавить мир от этого выродка. В гробу я видал твои похвалы. Есть только два человека, которые могут выманить Родовида с корабля. Эмгыр и я. Ты готова стать приманкой? Боюсь, Эмгыр на это не согласится. Так что... Как бы, сука, не так. Геральт,
Я бы не доверил ей даже яйцо вкрутую сварить. Это верно. Я не умею варить яйца. Но подумай, как поведет себя Родовид, когда услышит, что вы меня схватили? Разве он не забудет об осторожности для того, чтобы меня убить? Лично, собственными руками. Исключено. Забираю отсюда Геральт. Не то меня сейчас кондрашка хватит. А потом... потом нам с тобой надо встретиться с нашими друзьями. Я снял склад в порту. Приходи туда. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис. Филиппа, ты как? Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь. Ну что ж, давайте... Так, нам 4 очка умения дали, да? Посмотрим. Посмотрим, на что их можно потратить. Тогда, в принципе, у нас прокачано тут то, что нам нужно. Поэтому думаю, ну, может, не знаю, прокачаем как-нибудь технику школы Грифона или Медведя. И оденем их доспехи, посмотрим, как будет себя вести Геральт в этом случае. Ну ладно, пока ничего менять не будем, открывать, пусть очки умения у нас копятся. Давайте-ка выбираться отсюда. Продолжим нашу миссию. Нужно помочь Цири закончить дела в Новиграде. Так. Ну и вот сейчас новое задание. Дела государственной важности, которое мы выполнять не будем. Ну и почему, я вам расскажу, наверное, в следующей серии. Вот. Ну, можно ее, конечно, будет выполнить, используя сейф, сохранение, но потом вернуться изначально к тому, что как будто мы бы ее не выполняли. Почему? Ну, спойлерить не буду, поэтому увидите все сами. Давайте тогда сделаем отдельную серию по данному квесту и сами поймете, почему не будем мы выполнять это. Так, ну давайте осмотримся. Осмотримся. Так, здесь у нас... Кто тут у нас? Цири. То есть нам бежать-то даже не придется к Лютику в бордель. Поэтому давайте-ка добежим своим ходом до нее. Благо бежать здесь 70 метров. И пробежимся с Цири по ее квестам. Пусть доделает девчушка свои дела здесь. Ну и мы тут лишний опыт подзаработаем, что тоже неплохо. Так, вот она стоит. Ищешь что-то? Какую-нибудь милую безделушку. Хочешь сделать подарок? Когда я последний раз была в Новиграде, я влипла в неприятности. Я что-то такое слышал. Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Веди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем. Мы уже почти на месте. Так куда мы идем? Повидаться с ублюдком младшим. Поздно. Его нет в живых. Я спросила Золтана, и он сказал, что ублюдок живой и здоровый сидит на храмовом острове. Я лично всадил ему меч промеж ребер. Должно быть, у тебя дрогнула рука. Он как-то оклемался. Да быть такого не может. Зачем тебе? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. Не шали. Видимо, тебе здесь нравится? Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь. Подвыпердыши! Вечный огонь.
Может, как-нибудь договоримся? Да, договоримся. Идите наверх. Шеф ждет. Странно. По меньшей мере. Интересно, что они собираются делать? Сейчас узнаем. Да, конечно же, узнаем. Еще бы нам да и не узнать. Так, давайте-ка вот сюда и посмотрим, что здесь. Надо же, кого я вижу. Ты наконец нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. А, ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Завали хлебало, ведьма, пока его кто другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Ой, стойте, это же я, Дуду! Дуду Бибервельд! Вы меня правда не узнали? Дуду? Погоди, Цири. После налета на сокровищницу Дикстры ты исчез. Как я тебя нашел? Быстро! На площади мясников! Вы поставили пьесу Присциллы! Но ты вытащил меня на сцену! Отложи меч, Цири. Это Дуду. О, боги! Но вы меня и напугали. Обошлось бы без этого, если бы ты не обернулся ублюдком. О чем ты вообще думал? Когда мы от него убежали, я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение. Мы-то знали, что он умер, а больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку-младшему. В своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти. Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати, ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я что, не перерезала тебе горло? Тебя же могут раскрыть. Люди Вилли до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже вы повелись. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. Так в том-то и дело, что в этом нет нужды. Через 2 недели после смерти Вилли я объявил, что уверовал в вечный огонь, продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях, а потому доходы в 2 раза выше, чем раньше. Для людей Вилли в 2 раза больше крон в кошельке, значит, в 2 раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Ну, нам пора. Верно. Нужно еще заглянуть в золотой осетр. Рад был вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Бывай, Дуду. Зачем мы идем в осетр? Встретиться с девушкой, которая когда-то мне помогла. Кто? Знакомая Лютик. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в золотом осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной и ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Вся в тебя. Прошу простить. Интересно, зовет. Давайте-ка узнаем. В чем дело? У меня в доме что-то завелось. Воет, знаешь, цепями гремит, я однажды тарелками шмыряется. Аж страх войти.
Только уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золота не пожалею. Нет, морг, в другом мире. Планетник? Ну ладно, я посмотрю. Премного благодарю. Идите за мной. Немного по-другому. Покажу вам дорогу к дому. Сначала было тяжело. Ну что ж, веди, веди. Приходилось ужасно сосредотачиваться, чтобы не оказаться, например, внутри вулкана. Трогай меня! Так. А тут охотники за колдуньями. Ну иди сюда. Получай сразу. И ты получай, гаденыш. Подставить нас хотела, сучка. Не люблю, когда меня обманывают. До обманывают? Сетра. Я же только сказала, что в доме что-то завелось. Я же не знала, что это охотники. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Да и золота у меня нет, чтобы вас вознаградить. Но это не значит, что вы уйдете с пустыми руками. Вот, ключ к сокровищу. Один из трех. Охотники наведут вас на след остальных. А мне нужно бежать как можно скорее. Так, ну понятно, разыскиваются три бандита с магической контрабандой. Ну, понятно, то есть это побочный квест. Можем его, конечно, потом выполнить, но не сейчас. Так, посмотрим, что наверху. Так, а наверху у нас закрыто. Точно закрыто, ключ никакой нету. Так, ладно, собираем цветочек и возьмем бутылку воды. Ну что, и бежим дальше с Цири. Она уже убежала от нас очень далеко. Поэтому давайте-ка встретимся с ней на месте. Уже у кабачка, скорее всего. Что мне теперь делать? Рыба должна быть свежая. Бежим, 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 бежим. Так, вот вижу точку перехода. Давайте-ка воспользуемся ею, чтобы нам не бегать. Так вот, как далеко-то от нас Цири. Ну да, бежать, в принципе, долго можно. Поэтому давайте переместимся. Так, переместились. Ну и давайте посмотрим, что там на доске объявлений. Может, что-то новое появилось. Так, нет, к сожалению, ничего такого похожего. Ни на ведьмачьи заказы, ни на что-то другое. Ладно. Так, давайте-ка еще к кузнецу забежим. Продадим ему вот эти два меча, которые мы у охотников за колдуньями взяли. Так. Мечи? Так, ну... Избавляемся от этого хлама. Будь здоров. Ну и чиниться мы не будем. Так. Побежали к Цири. Где она у нас там заждалась, наверное. Да, вот и она уже стоит. Вот и ты, наконец. Бел внутри. Идем. Так, не туда, заперто. Ну давай, веди уже, ё-моё. Идёт так не спеша, всю дорогу бежала, тут идёт расслабленно. А, вот, нам туда нужно. Окей, окей. Так, давайте забежим в предбанник в этот и подождём Цири. Где она там? Идёт? Да, заходит. Ну что, пошли, 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 не толкайся. Так, и пообщаемся с официанткой. Мы дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся, не в свое дело. Теперь уже мое. Тоже ведь сучий выродок. Да, к тому же очень опасный.
Это мясник из Белого сада. И что он там сделал? Деревья на мясо порубил? Юген, он зарубил полдеревни, а трупы старосты его жены тащил за лошадью до самого Новиграда. Пойдем отсюда. Послушай, приятель, а он дело говорит. Простите. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Беа. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Геральт из Риви. Тот самый Геральт! Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Например, что? Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать, и всегда мог ее развеселить. Это я слышала от Цири. А от других? Беа, я еще здесь. Ну, хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить за все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе, маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота! Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить застенье. А, к Вальде идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормят. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Так, ну что ж. Еще какой-то квест у нее, что ли, есть, раз идти за Цири нужно. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Геральт, ты невыносим. А что такого? Что такого интересного на застенье? Лагерь бродячих циркачей. Нелюдей. Когда я сюда приехала, то хотела найти приз. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Трис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Новиграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались, я была без гроша. Тогда я встретила Вальда. Он и его люди мне помогли. Потом познакомили меня с Беа. А благодаря ей я попала к людям. Остальное ты знаешь. И где этот твой знакомый? Цири! Ты дьявол, воплоти! Куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгар, ты невыносим. Позвольте представить. Геральт из Ривии. А, приветствуем! Мы много о тебе слышали. Я вас. Спасибо, что помогли Цири. О, у нас просто не было выбора. Такой девушке нельзя отказать. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжайте? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабы, их не запряжешь. Мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра, так что сегодня горевать не стоит. Да, прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может, он согласится обменять наших кляч на одного здорового коня. Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Может, мы вам как-нибудь поможем? Не волнуйтесь за нас. Мы всегда находим выход. Правда, Цири? Скажите лучше, что вас привело. Я хотела попросить прощения. Когда я исчезла так внезапно... Да ладно! Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири,
Ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду. Ну что, покажем этим двум любителям, как работают профи. Вперед, плотва! На высокооктановом сене воспитана, поэтому сделает любого она в этой игре. Причем даже не вспотеет. Так, очередной чекпоинт прошли. Так, ну, все-таки двое висят эти на хвосте. Так, едем. Плотва, не виляй задом. Так, отлично. На финишную прямую выходим. Так, как мы их сделали? Красиво. Ну все, финиш. Изи катка. Легкая победа. Я все еще могу тебя обогнать. Я поддавалась. Прекрасные скачки. Надо это отметить. У нас есть несколько бочек самого лучшего каэдвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Несколько часов спустя. Ты знаешь, может, это не мое дело, но я рада, что вы с Йеннифер в конце концов вместе. Я тоже. Долго до вас доходило. Наверное. Мы оба должны были до этого дозреть. И как это было? Когда желание перестает действовать, что ты чувствуешь? Мы стояли там вдвоем на вершине горы. Я смотрел на нее и чувствовал, что рядом с ней я на своем месте. Наконец-то. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пила бы, путешествовала бы из города в город, ни о чем бы не заботилась. А что тебя заботит? То, что нас ждет. Победить дикую охоту нелегко, но с нами будут чародейки Ложи, Авалак. Мы справимся. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты о чем? Ты обещала! Я пошутила! Иногда так хочется быть такой, как они. То есть? Обыкновенной. Твоя жизнь принадлежит тебе, и ты сама решаешь, кто ты. Геральт, ты хорошо знаешь, что это не так. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи, Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Редина. Когда-то это были чародейки из Ложи. Теперь мой отец. Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть о Валаке? С Валаком все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Ну, как скажешь.
Ты сомневаешься? Однажды Авалак попросит тебя об услуге. Даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Лучше скажи, что у тебя получилось с купцом. Ты коней раздобыл? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Ну, в путь! Встретимся у конюшни. Так, Новиград. Серебряный город. Ну что, нужно пробраться нам на конюшню. Хорошо. Так, тут еще эти стражники ходят. Так. Давайте-ка посмотрим, как они себя ведут. Так, на нас что-то смотрят. Ладно. Не кипишуйте. Подождите здесь. Я зайду и открою вам. Так, надо как-то вот туда залезть. Так, может здесь, нет? А, правильно, они пялятся. Геральт нацепил платок себе. А то он проснется. Ясно, на лицо. Ну давайте вот здесь, наверное, да. Заберемся. Так, ну и слазим отсюда. Так, и что нам тут? Стражник спит. Что нам тут делать? Так, закрыто. Нужен ключ. Вроде есть другой путь. Так. Блин, лошади не вовремя. Да, выдали нас, скорее всего. Ну ладно, давайте возьмем, что здесь есть. Так, вот там еще сундук был. Ладно. Ну и стражник, конечно же, проснулся. Так, ну давайте. Биться с ним придется. Хотя ключ вот там, видел, я лежал слева. Отстава от его, скорее всего, им нужно и было просто тихо открыть. Ну, ладно, получай. Получай. Рукопашка у нас прокачана, поэтому мы его быстро сделали. И ключ вот был слева. Я вот видел, что какой-то ключ лежал, но он не светился, да. Вот сейчас вот он светится. Ну что ж, давайте им откроем дверь нашим подельничкам. Успокоим лошадей и сваливаем отсюда. Так, ну и давайте-ка валим отсюда. Чего они там копаются так долго? Ну все, поехали. Работа!
Видели двух недоумков, которые за нами гнались? Они чуть сапоги не потеряли. Спасибо, Геральт. Это было здорово. Факт. Приятная замена охоте на чудовищ. Спасибо, что помогли и что ты нас навестила. Здорово было снова вас увидеть. Держитесь и берегите себя. А вы не забывайте о нас. Я загляну попрощаться к Вальде. Тогда увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Что ж, друзья, получили 300 опыта. На этом наша серия подошла к концу. Вторую часть квеста «Последнее приготовление» мы будем проходить в следующей серии. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока. С вами был Блабуст. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.